Здравствуйте, это канал Максимадзе. И вы наверняка сегодня ждали Hello Neighbor 2 продолжение. Он будет сегодня, он будет, но немножко, но чуть-чуть позже. А сейчас я, так сказать, делаю анонс завтрашнего стрима. Будет он в 16:00 по московскому времени, по вот этой самой игре. Короче говоря, это последняя серия по этой игре в режиме формата видео. Последняя серия по этой игре вышла давно, очень давно, много-много месяцев назад, может даже год уже прошел. Потому что я пытался на Хэллоуин записать хэллоуинский эпизод, вот даже видно немного, тут наснимал, и тут дальше остановился, не смог там пройти до конца. И поэтому я тут решил, это в виде видео это очень томительно делать. Реально долго что-то надо искать и думать. И вот и я думаю, лучше ее не снимать для видео, в виде видео, лучше ее стримануть, лучше стримить эту игру. В формате видео это очень томительно, а вот в виде стрима, я думаю, она будет заходить куда лучше. Потому что меня как раз просили это, чтобы следующий вот стрим, который вот будет вот завтра, чтобы я там меньше играл, больше разговаривал. И я решил, что эта игра как раз таки подходит, она нам не мешает разговаривать. Она, это не та игра, которая прям сильно тянет меня не отвлекаться в чат. От этой, в этой игре не надо, в этой игре никогда не нужно куда-то торопиться. Здесь спокойно можно отвлекаться в чат и прекрасно, так сказать, играть и одновременно в чат смотреть. Здесь никакого ограничения по времени, ну, практически никогда не бывает. Игрушка интересная, задания прикольные. Game Miner 2 называется. Можете в плейлистах найти у меня на канале. Я несколько серий записал. Так, это фриплейный режим. Вы, наверное, уже видели в сообществе запись, показывал, что я тестировал эту игру в режиме стрима. Я просто по ней реально хотел завести стрим. И он опять запустился сам, и в итоге, так сказать, спалился я. Опять. Но заодно проверил. Игра работает нормально, ее можно вполне стримить. Я тут много чего прошел, но я хочу заново весь прогресс этот сбросить. И начать все заново, так сказать, на стриме. Только вот туториал, правда, не запускается заново. Но у меня демо-версия еще осталась. Можно мне и туториал перепройти, если что. Или может я игру переустановлю, не знаю. Ну короче, вы все поняли. Это был такой коротенький анонс стрима. Сегодня также выйдет вторая серия по Hello Neighbor второму. Ну и так, всем пока, завтра с нетерпением жду вас на стрим в канале в 16:00 по московскому времени. Пока.